Сегодня в Рязани была незаконно задержана известная правозащитница Терещенко Евгения. Кто у вас старший? Я так вам подойду поговорить. На, подержи. Я вас слушаю. Я по поводу Терещенко Евгении. У нас находится. Да, правозащитник, общественной деятельности, деятель и Елена Долгушева. По какой причине вы их задержали? Ну, не задержаны, они дают объяснение. Это у нас разные вещи. Дают объяснение, потому что вы их задержали? Мы их не задержали. А как, они сами добровольно пришли? Они находятся у нас. Я понимаю, что они находятся. Все. Ну, не все. Не все. Я правозащитник тоже. Я специальный корреспондент всероссийского СМИ. Российский обозреватель. По какой причине вы задержали? Это вам предложил сотрудник, который за ним занимается. Давайте. То есть я сейчас нахожусь по адресу Фирсова, 23. С 12 часов люди сюда звонят, не могут получить информацию по поводу двух женщин, владельцев персон, Долгушева Елена и Евгения. Значит, они здесь удерживаются по непонятным причинам. Пришлось мне вот сюда приехать непосредственно для того, чтобы узнать, но никакую информацию не предоставляют. Поясните, пожалуйста, по какой причине... ...инструкции по обеспечению режима секретности в ОВД, съемка видеозаписи... Это ваша внутренняя инструкция 11111 для внутреннего пользования. Она не опубликована в официальных источниках и не распространяется. А у вас 015, везде разные, да? Конституция, 29-я статья. Нет, 29-я статья Конституции, да, я журналист, имею право осуществлять видеозапись и фиксировать преступление. Сейчас, пожалуйста, дайте объяснение, почему вы не берете телефон. Вам люди звонят с 12 часов. Здесь задерживают незаконно Терещенко Евгению. На каком основании? Нет, не пресс-центр. Вы незаконно задерживаете двух женщин. Долгушеву Елену и Терещенко Евгению. На каком основании? Еще и препятствуете съемке, что попадает под Уголовный кодекс Российской Федерации. У меня есть целая... Свод нормативно-правовых актов, на основании которых осуществляется съемка должностных лиц. Понимаете? И какой уголовной ответственностью? Уголовная статья 330, самоуправство. Да, знаете такую статью? А вот вы запрещаете. Почему у вас телефон не работает? Вам люди звонят с 12 часов. Я лично вам 10 раз звонила, пришлось сюда приезжать. Почему телефон не работает? Нет, вы телефон не берете. Когда их отпустят? Вы удерживаете их незаконно? Она в ответ снимается, правда. Девушка, а вот вам я разрешение не давала. Вы сейчас как раз-таки нарушаете. Вы на айфон снимаете? Смотрите, вот это вот наглое должностное лицо, замещающее должность. Вы не имеете права без разрешения снимать человека. Не имеете права. Полный игнор, То есть что мы здесь видим? Беспредел. Сотрудники не говорили, это газет, который занимается этим вопросом. Ну, видишь, они обманывают. То есть они делают вид, что ничего не происходит, что нас тут нету. По беспределу идет видеосъемка незаконная. Сообщение о преступлении устно примите. Давайте. У меня случилось незаконное удержание. Кого? Женщина, пользователь и владелец персоны. А вы не вопросом занимаетесь, Терещенко и до... Терещенко Евгения Владимировна. И Долгушева Елена. Без отчества. По моим сведениям, незаконно удерживают. Пишите.
владелец персоны Архарова Юлия Алексеевна. Здорово. Нет, я устно вам подала заявление. Меня номер КУСП интересует. Номер КУСП у вас будет 145-54. 145-54. Mm-hmm. Угу. Корешок талона уведомления будете мне выдавать? Он пишет, правда, выдает, когда пишет заявление. Ну, вы же записали со слов? Вот это по сообщению вы мне делаете. Угу. Хотите, угу, чтобы я принял у вас устное заявление? Да. А это через черточку или как? Давайте. А вы тоже здесь работаете? Да. Тоже работаете? Да. А кем? Кто вы? А вы кто? Я? Народ, источник власти. Сергей Николаевич, у нас два человека, две женщины, Терещенко Евгения, Долгушева Елена, незаконно удерживаются в данном помещении. Они правозащитники, они общественные деятели. То есть я вот к вам сейчас обращаюсь как народ. Вас как зовут? Единственный источник власти. Как обращаться? Алия Ротатеев. Алия Ротатеев. Это мое самоопределение. В соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года. Алия Ротатеев? Ротатеев, да. Вас сейчас заявление примем, что вы хотите. Я хочу, чтобы выпустили. Выпустили. Женщин. И ее выпустили. Непонятно, по какой причине идет незаконно. Вы законный представитель, да? Я представитель от народа. От народа? То есть, да. У вас есть какие-то соответствующие документы? Конечно, Конституция Российской Федерации, пункт 3. Конечно, покажу. Вот, Конституция Российской Федерации, мой документ. Пункт 3 открывайте. Статья 3. Народ – единственный источник власти, осуществляющий власть непосредственно. Вот я сейчас осуществляю свою власть непосредственно. Да, и хочу и желаю, чтобы двух женщин выпустили из этого злачного места, потому что им здесь не место. А вы, как и все здесь, давали клятву. Давали клятву народу. Давали клятву. Народ осуществляет свою власть непосредственно. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является многонациональный народ. Вот народ перед вами. Да. Я уже сообщила. Понимаете, заниматься надо поимкой преступников. Так точно. Да, они женщины. Потому что если они как бы идут что-то и делают то, что вам не нравится, это не значит, что они нарушают чьи-то права, свободы. Они осуществляют правовеческую деятельность, правозащитную деятельность. Ну, поэтому нельзя сотрудника ударять, за одежду хватать, за золотые украшения. Я вас вот никто не хватает же. Ну, нет, конечно. Ну, да, она, ваш, так скажем, знакомый хватали. Что случилось? Сотруднику ВМ. Сотруднику ВМ хватали? А это последствия, видимо. А причина какова? Причина? Ну, проверку проведем и выясним. Угу. Причина какая? Потому что... Да, благодарю. То есть в ближайшее время, я так надеюсь, вы их выпустите. Да, ну хорошо. Как ситуация прояснилась, потому что вообще... Да, с 12 часов. Ну, тоже они себя некорректно вели. Угу. Да. Понятно. И люди звонят, здесь абсолютно не работают телефоны. Я лично звонила раз 10. А вот в дежурной части, по идее, должны быть телефоны. Звоним, звонки не проходят. Сейчас вот вы позвоните, а я возьму трубку. Да? А ты позвони, пожалуйста, по телефону, давай проверим. Как они будут поднимать трубку? Так возьми, пожалуйста, ручку, напишите заявление. А я сама пишу на своих. Нет, конечно, на своих этих пишу. Я пишу. Но это протокол, да, устного заявления. А у нас есть. Роберт, дай мою ручку. Дай мою ручку. Поставил ручку, хорошо. А я чернилами напишу. Мокрыми чернилами. Ну, посмотри, какие мокрые чернила хоть раз. Да. А. Ок, чернила. Пожалуйста, свои не будут. Могу свои писать. Только я сразу на лай буду писать, хорошо? Имейте право. На лай сразу пишут. Сразу алай пишут. А я всегда ему пишу. Пишет. Что, можно вам стульчик дать? Нет. Писать? Нет.
не, она сидела. Благодарю, вы очень любезны. Прям чувствуется старый закалки человек. Я не понимаю. То есть Зелень пишет, что хотят полиции. Прошу принять, да. Привлечь, прошу разобраться. Да, я знаю. Что он тут звонит? Вот такая разумный диалог. Так точно. Ну вы поймите, вы для народа, мы для народа. Мы не просто так сами по себе работаем. Мы пришли, и тут сразу нас как-то вот приняли так вот. Жестко очень. Холодно, я бы сказал, мягко говоря. Ну вы сейчас пушите, да, что происходит в стране? Сами понимаете, почему? Война идет, люди погибают, так что не просто так все. Не, войны нет, есть спецоперации. Война будет после 4-го. Ну хорошо, спецоперации, хорошо. Война будет после 4-го, если не договорятся. По 4-го, что, октября? Да, 3-го числа там переговоры будут. Украина, Россия, третьи лица. И на этих переговорах должны прийти к какому-то заключению, ну, решению вопроса, чтобы это все прекратилось. Если Украина навстречу не пойдет, то тогда уже Россия уже официально войну объявляет. После этого будет бомбардировка всех мостов, железнодорожных вокзалов и всего прочего. Сейчас пока спецоперация. Давай. Вон она идет. Нет, мы ждем. Да не переживайте, все хорошо. Все, вас отпустили? Ой. Там мое заявление по КУСПу приняли. Да. Все принимаю. Спишущих, ладно, поймите. Там уже походу. Ты по нашу душу? Ну конечно, а по чью за душу? Вот, вообще полный. Сергей Николаевич мне объясняет, что вы якобы с кого-то золото сдирали. Да ты чего? Было конечно. Такое? Нет, конечно. Да? Ну, расскажи мне, что происходило. Забрали форму 1П. Запомните, мы сказали. Угу. Номер. В форме 1П у ребенка. Писано посторонним лицом. Записи. Нарко не дали. Расскажи мне, что произошло. Мальчик хотел получить паспорт, так. Потом одумался. Так. Мы забрали форму 1П, потому что это является его документом. Да. Нам не выдавали свидетельство о рождении. На нас накинулась сотрудница, которая была в спортивном практически костюме. Угу. Без опознавательных знаков. Угу. Написала, то есть не по форме? Не по форме. Так. И написала у нас заявление, что мы якобы ей сделали сотрясение, хотя угу. Видеозапись в этом угу. кабинете имеется. Сейчас следователь поедет туда угу. разбираться. Так. Вот, следователь нормальный. Ну, а потом без свидетелей расскажу еще угу. один этап. Вот таким вот образом. То есть сотрудница здесь первая накинулась? Здесь, конечно. А что там угу. за история с золотой цепочкой? А это вот эта сотрудница, которая была ага. по гражданке, навела такую клевету. Хотя видеозапись есть. Что вы хватали ее за золотые цепочки. Что мы ее якобы хватали, что мы якобы ее там били, держали, ага. еще чего-то. Угу. Вот. И, соответственно... С вашей стороны было рукоприкладство? Естественно, нет. Ага. Мы нормальные, адекватные, живем по чести и по совести. Ага. Вы до нее не дотрагивались? Конечно, нет. А, и у вас это все зафиксировано? Зафиксировано. Вы мне это потом предоставите? Предоставим. А, у нас, хорошо. Конечно, там такой каламбур, вот это все. Ага. Переполохи, она у нас опасно. Просто люди звонят сюда с 12 часов. Конечно. И дозвониться не могут. Я лично 10 раз звонила. Да, я представляю. Я дозвонилась только на Введенскую. А сюда нет. Телефон забрали. Мы вот здесь сидим, вот, только сейчас вернули. Мало того, что здесь закрутили нас полный, сплошной мат, сотрудники полиции, сплошной мат, сплошная ругань. Ага. Плюс Лену стукнули. Ага. Лене заломали руки и стукнули ее. А у нее нога сейчас болит. У нее нога, у нее сердце, у нее давление, она там не такая сидит. Ее последнюю самую сейчас добавлю. Ага. Опрос это добровольное. Якобы добровольно. Нам сотрудник полиции откровенно сказал, что будет по беспределу. Ага. Здорово, что. Ну как бы. Если они эти записи не удалили, а они уже ага. не должны быть. А почему мы не могли до вас дозвониться? До вас? А потому что мой телефон. У вас телефон забрали? Мой телефон сел. Ага. У меня в надежном месте. Так. А у всех остальных забрали. А, забрали. Акт составляли об изъятии личного имущества? Нет, конечно. Они откровенно сказали, мы по беспределу. Пароль заставили уже это. Я думаю, они лазят в телефоне. Удалять, может быть, видео. Я сейчас буду. Мой ребенок. Да, да. Это мама мальчика. Это они мама мальчика. Здесь мужиков вот так вот на меня в коридоре орали, стояли. Просто орали. Ага. Я ребенок аж плакал. А, понятно. Вы испугались. Давление психологическое. Понятно.
Они у меня сумку хотели отобрать, давать сюда вещи. Телефон. Они боялись, что мы их там будем на видео снимать и на аудио. Несмотря на то, что деятельность полиции открытая и публичная. Они сказали, у нас тут закрытое учреждение, вы не имеете права ничего снимать. Полный беспредел. Ну это понятно. Также сотрудники ПДН также матом разговаривали. Они меня неадекватные, ебанутые мамаши обзывали. Как такой ребенок может жить, как бы. Прочее. Не представляют, до сих пор мы не знаем, что в фамилии. Вы стоите на каком-то учете в психоневрологическом диспансере, в каких-то таких заведениях, в наркологическом не состоите? Нет, то есть никаких, например, судов по лишению родительских прав не было, никаких таких прецедентов не было, да? То есть вы работаете, то есть нормально у вас? Я сегодня вот как бы второй день у меня должен быть на новой работе, я не попала, теперь не знаю, чем это закончится. Понятно. Мало того, что они ей обещали выдать какой-то документ, что она здесь была, они его просто не выдали. Понятно. Не выдали? Нет, вы сейчас там не знаю, что там пишут, нет. Ну вот, друзья, вот мы видим вот такой вот, видим правовой беспредел, понимаете, начиная от того, что запрещают вести видеосъемку, по сути, в общественном месте, потому что холл – это общественное место. И здесь можно и нужно вести. Это называется видеопротоколирование, видеофиксация, правонарушение. То есть, начиная со входа, они запрещают. И вот из первых уст мы как бы услышали, что происходило. Будем выяснять, будем предпринимать какие-то действия. В следственный комитет писать, в прокуратуру. Извините, а вы мне повестку-то готовите, нет? Лен, что случилось? Расскажите. Что случилось? То, что мы фиксировали, я фиксировала, держала телефон на видео, и подполковник начал орать. Подбежал ко мне сзади, тут вот обижал, схватил меня вот так за шею, вообще я телефон папку держала. Затащил в кабинет, как хлыст. Я говорю, вы что делаете? Он как хлыст, да, у меня глава так летела. И телефон отлетел. То есть потом... они вас ударили? А еще молодой человек здесь был. Он подошел ко мне, когда телефон говорит. Там берет мою руку вот так. Пальчик, да? Пальчик, телефон открыть. У меня же там нет. Телефон открыть? Да. Откройте телефон, чтобы удалить видеосъемку, все. Я говорю, я не буду. Он слышит, ты в тюрьму пойдет. Да, они пугают. Нет, а вы говорите, что у вас в облако сразу, в облако сохраняется. Ну, они-то об этом. Грузится на Google диске. Я хочу сказать, я не сдамся. Это пипец. Лен, вы просили вам скорую вызвать? Вам плохо было? Да, скорую так не вызвали. И так и не вызвали. А сейчас время сколько? 8? Сейчас уже, наверное, 8. Да, мы с 12. Я сидела несколько раз, говорила, скорую, не сейчас, слава богу. А, я по вас вижу, я же вас знаю. Я пила воду постоянно. Я просила, слава богу, но тоже с таким трудом. И попить воды принести, и в туалет сходить, это вообще занимает. Сотрудники полиции, сплошной мат, отборный мат, они ничего не боятся. Даже я сидела вот так вот просто на стуле, подошел ко мне, естественно, не представился, то есть уже взрослый человек, то есть практически преступленного возраста, и типа вот так вот хотел меня ударить. Я говорю, вы что меня хотите ударить? Я быстро убрала просто ногу, он не успел. А так он меня хотел вот так вот ударить по ноге, типа что ты тут сидишь, нога на ногу. Такой беспредел, это просто вообще... Это нужно на ПДН.